Здравствуйте, это канал Максимация, и сегодня у нас День Святого Валентина. И в честь этого знаменательного события мы играем в Angry Birds Seasons, в котором есть два эпизода, посвященных Дню Святого Валентина. Первый — это более известный Hogs and Kiss, а второй — это Fairy Hogmother. Я думаю, и тот, и другой сегодня снять, постараться, во всяком случае. Так, вот этот. Обалдеть, тут еще и бонусных уровней сколько, блин. Короче говоря, но сегодня у нас речь пойдет про Hogs and Kisses. Собственно говоря, 2011 года эпизод, посвящен Дню Святого Валентина, и является, кстати, является третьим эпизодом в Angry Birds Seasons. Собственно, стилизовано у нас тут действительно под День Влюбленных. Я очень надеюсь, что каждому из вас есть кому подарить валентинку и признаться друг другу в любви и так далее. Первый уровень, он уже довольно-таки сложный, но мы смогли его пройти с первого раза. Прекрасно, у меня далеко не всегда получалось с первого раза его проходить. Было время, когда я вообще замучился здесь. Но тут очень повезло. Значит, есть одно золотое яйцо в этом эпизоде. Оно находится на 7-м уровне, если не ошибаюсь. Вот лучше бы попасть в ту белую фигню, и динамит бы просто бы упал сверху вниз. Вот. Сложно попасть в эту белую фигню. Надо четко прям в нее как-то попасть. Да что ж такое? Нет, я хочу попасть реально. Не-не-не-не-не-не. Эту не будем использовать, по крайней мере, пока что. О, попал. Ну, особо пользы это не дало. Потому что, к сожалению, на свина упал. Из-за свина урон конструкции совершенно не нанесла. Так, ну и эти, к сожалению, у нас не сдохли. Играем еще раз. Давайте по другой тактике будем действовать. Давайте сразу обстреливать, собственно, конструкцию. Вот это вот зданице. И, видимо, правильное все-таки решение это было. Все нафиг разнесли, все. Уровень прошли. Все нафиг разнесли. А на динамит вообще пофиг. Так, здесь у нас на какой-то корабль похоже. Летающий. Ну или что-то типа того. Так, не попали. Ничего, сейчас исправимся. Помимо 15 уровней, которые основные в этом эпизоде, есть еще три бонусных от Фейсбука. Нажимаешь на кнопку Фейсбука, и они открываются. Даже не обязательно регистрироваться там, входить. И, собственно, многие так и делали. Просто нажимали и обратно выходили. Все, уровни открыты. Никаких заходов, подписок делать не нужно. Хорош. Так, валентинки такие вот у нас здесь. Ну, это легко все было. Это очень легко было.
Здесь как будто что-то должно внутри лежать, типа золотого яйца того же, но... Подождите, а что это за крылышко? Тут какое-то крылышко висит. Только я не могу на него нажать, оно ничего нам не дает. Я первый раз его вижу, по-моему. Так, в динамит бы теперь в этот попасть. Вот так. Опа! Получили крылышко, только я не понял как. Да, странно, я как-то не замечал раньше. А, это предмет. Просто в коллекцию, типа. Ну, так, в принципе, вещи, по-моему, бесполезные. Собирать вот эти предметы. Все как по маслу идет. Хорошо. Так. А вот и золотое яйцо. Это у нас... Да, я был прав. Седьмой уровень. И добраться до него не так-то просто будет. Тут, скорее всего, нужно немножко вот тут подломать вот эту вот вещь. Затем птичек вот этих всех брать и с помощью Матильды выбить яйцо. Когда оно подлетит вот сюда. Ай, блин, не получилось. Ничего, сейчас еще раз сделаем. Это, в принципе, не так сложно. Я думаю, это будет гораздо легче, чем... в эпизоде Year of Dragon, в предыдущем эпизоде, который мы играли буквально недавно, в китайский Новый год. Это было, в принципе, не очень-то сложно. Какие-то два блока тут торчат, непонятно для чего. Надо ломать эти облачка под кораблем. Потому что они удерживают корабль на воздухе. Если их разломать, корабль разрушится. Вместе со всеми свиньями, что находятся на нем. Теперь остается только попасть в этого маленького свина, и эта задача будет не из легких, я так понимаю. Но мы справились. Золотое яйцо только одно здесь, в этом эпизоде. Больше всего золотых яиц в эпизоде Эстрекс, который будет в Пасху у нас. Какие у нас еще праздники в Angry Birds Seasons имеются? Есть день летнего солнцестояния, это Summer Picnic. Этот. День Нептуна есть еще такой эпизод Piglins. Собственно, Хэллоуин. Несколько эпизодов посвящено Хэллоуину. Есть эпизоды, которые... Есть один эпизод, который посвящен чемпионату футбола 2014. Правда, сам эпизод тематикой не имеет никакого отношения к футболу. Так что это единственный эпизод с таким вот недостатком, я бы сказал. Я не помню только, как он называется. Есть эпизод, посвященный баскетболу. Довольно длинный эпизод, кстати. Я думаю, его мы можем сыграть просто как-нибудь... В летних играх, когда будет лето. Просто когда у нас по баскетболу что будет, непонятно. Просто посвящен баскетболу эпизод. Да что ж ты будешь делать, а? Эх, нет, нам не так надо.
Если попаду, будет замечательно. Если не попаду, переиграем. Да попал, отлично. Да что ж ты будешь делать? Не в колесо надо, а в дерево. Так, ну, Ред свою задачу не выполнил, начинаем заново. Ред должен был попасть вот сюда. Тут каждая птица рассчитана под свое действие. Я так вижу. А, можно было не запускать, ну да ладно. Нам не важно, насколько звезд мы пройдем. Главное, что мы просто прошли. И золотое яйцо мы выбили тоже. Посмотрим, пожалуй, золотое яйцо в конце. Ну а на 3 звезды проходить все уровни я, пожалуй, не буду. Это слишком долго и сложно. Хорошо. Хорошо, отлично, отлично. Так, ну Хэлла, точно надо сюда запускать более уязвимые места домика этого. Хоть попали не совсем туда, куда надо, но тем не менее, неплохо домик оно разнесло. Не хватило немного. Нет, лучше в крышу попадать, чтобы ее сдвинуло. А, или вот так можно. Блин, надо было чуть-чуть ближе. Вот так. Так, а тут в динамит. Тут надо было по-другому действовать немного. Вот так. Теперь надо постараться, короче, одним попаданием вот эти два облачка сразу уничтожить. О, отлично. Последний уровень. Уже довольно-таки очень-очень быстренько, я бы сказал, прошли. Но, правда, но уровень-то на самом деле далеко не последний. Там еще 3 бонусных уровня и золотое яйцо. Но золотое яйцо, оно легкое. Там, на самом деле, уровень цепной реакции. Ну как, там я бы не сказал, что там цепная реакция. Уровень просто создан для... просто ради того, чтобы на него посмотреть и насладиться зрелищем.
одним, а каким именно узнаете чуть позже, если, ну, если вы, конечно, еще не знаете. Вот, хотя, я думаю, многие, кто смотрит это видео, я думаю, играли в Angry Birds Seasons. И, возможно, будут уже знать, что там будет. Жаль, не задело этого усатого свина. Придется заново начинать. Ну, вряд ли я попаду во всех сразу. Да вообще ни в кого не попаду. Блин, клавиатура, шнур от мышки немного что-то поджимает. Теперь надо как-то постараться попасть в динамит. Ну как, частично попали, но он не взорвался. Так, надо в усатого этого попасть. Он самая сложная задача другой птицей. Это подружка есть, умы. В Angry Birds 2 в кино можно было это увидеть. Собственно, у Реда появляется подружка, но она выглядит абсолютно не так. Ладно, бонусные уровни, посмотрим на них. Так, ну тут, что здесь надо сделать? Надо до динамита просто добраться и... Да что ж такое, вот это я зря делал, конечно. Ниже стрелять надо. Это нам после каждого такого бонусного уровня будет такая вот опять появляться, что ли? Может, все-таки надо было его назад запускать? Отлично. Я так и знал, что сейчас опять это будет. Лашка, извините. За нос. Так. Так, еще раз пробуем. Хорошо.
Ну а теперь золотое яйцо. Поехали. Собственно, уровень просто сделан для, ради того, чтобы им насладиться. На свиней просто падают сердечки, уничтожая их постепенно. Иногда бывает так, что сердечки могут застрять и не все выспаться, но сейчас нам повезло. Собственно, такой вот получился коротенький выпуск по эпизоду в день 100 Валентина Hogs and Kisses. Пауэрапы нам не понадобились. И что ж, я прямо сейчас еще запишу второй эпизод в честь Дня Святого Валентина Fairy Hogmother. Ну а на этом выпуске все. С вас лайкос, подписываться с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мой влоговый канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока!